Добрый день! Сегодня мы рассмотрим две банкноты номиналом 20 и 50 рупий. Это банкнота Шри-Ланки. Шри-Ланка – это Цейлон. Банкнота 20 рупий 2010 года. Размер данной банкноты 127 на 67 миллиметров. Выполнена она на бумаге. На лицевой стороне мы видим порт Коломбо, также изображение бабочки баронет, сова с плюшка. Также мы видим изображение цейлонского льва, несущего меч. На оборотной стороне изображение танцора Нетума и барабанщика Гетта Бера. На данной банкноте присутствует водяной знак, это сова с плюшкой, и номинал 20 рупий. Рядом мы видим банкноту 2016 года. Это банкнота номиналом 50 рупий. На лицевой стороне мы видим мост Манап-Питти через реку Махавели-Ганг. Также здесь изображена бабочка, голубой калим и однотонная лазурная мухоловка. Также наличие льва Чинте. На оборотной стороне мы видим изображение танцора Вагида Патуна и барабанщика Ягбера. На данной банкноте также присутствует водяной знак. Это однотонная лазурная мухоловка. И номинал 50 рупий. Вот такие две красочные банкноты, где изображаются танцоры, барабанщики. И довольно-таки красочные, яркие лицевые стороны этих банкнот. За класс репост огромное спасибо. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание.